Привет! Сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить мраморный стейк. Кусок мраморной говядины выкладываем на раскаленную сковороду гриль. Одну сторону солим крупной морской солью, кладем на нее тимьян, розмарин по пару веточек и обжариваем на сильном огне около 2 минут. Далее переворачиваем, солим с другой стороны и обжариваем еще 2 минуты. Перекладываем стейк с травами в жаропрочную форму. На мясо сверху кладем кусочек сливочного масла. Отправляем в духовой шкаф на 10 минут. Используем нижние и верхние тены при температуре 180 градусов. На раскаленную сковороду отправляем 100 граммов сливочного масла и растапливаем его. Отправляем в сковороду кукурузу. Нарезаем мелким кубиком болгарский перец и добавляем к кукурузе. Все хорошо перемешиваем и обжариваем. Далее мелко нарезаем 50 граммов вяленых томатов и отправляем к овощам. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем и готовим 7-8 минут. Стейк подаем с гарниром из кукурузы. Приятного аппетита!